Робототехнический комплекс Metal Master. Транспорт Разведчик и боец на одной платформе Ведущие компании мира заняты разработкой перспективных робототехнических комплексов, пригодных для решения тех или иных боевых и вспомогательных задач Немецкая компания Metal Defense. Для этого предлагает РТК такой проект предусматривает строительство универсального колесного шасси платформы с дистанционным управлением, пригодного для монтажа различных систем и вооружений. РСЗМУЛК и взаимодействие с пехотой. Модульный подход. Впервые о проекте. Mission Master. Рассказали в 2017 году, в дальнейшем компания-разработчик раскрывала новые сведения и показывала вновь разработанные модификации этого РТК. Последние сведения о развитии проекта поступили всего несколько дней назад. В очередном рекламном видео демонстрировалась работа новой боевой модификации Mission Master, получившей ракетное вооружение. RTK-3 Металл базируется на универсальном колесном шасси с требуемыми характеристиками. Шасси имеет грузовую площадку, пригодную для монтажа различного оснащения. На нем могут устанавливаться средства перевозки грузов, оптические системы или разнообразное вооружение. Монтаж целевых модулей не связан с переделкой самого шасси, хотя готовые машины могут заметно отличаться друг от друга. Максимальная полезная нагрузка 600 кг. При этом некоторые модули заметно легче и оставляют некоторый запас грузоподъемности. Платформа выполнена в виде компактной четырехосной машины и имеет узнаваемый внешний вид. Внутри корпуса помещаются силовая установка неназванного типа и аппаратура управления. Шасси комплектуется набором видеокамер для вождения, а также может оснащаться лидарами. Бортовая аппаратура обеспечивает постоянную двухстороннюю связь с оператором, а также позволяет подключать различную целевую нагрузку и управлять ею дистанционно. Mission Master Cargo перевозит двух раненых. Шасси. На шоссе развивает скорость до 40 км в час. Машина может плавать за счет вращения колес, разгоняясь до 5 км в час. Управление и связь осуществляются при помощи носимого пульта. Все функции РТК контролируются одним оператором. Безэкипажный транспорт. Наиболее простой вариант до оснащения шасси носит название. Mission Master Он рассматривается как мул и предназначается для перевозки разнообразных грузов. Полезная нагрузка размещается непосредственно на крыше корпуса или на дополнительных рамах багажниках нескольких версий. Такие устройства могут крепиться на бортах или над крышей в зависимости от типа груза и решаемой задачи. Снаряжение, боеприпасы и так далее предлагается перевозить на крыши в бортовых удерживающих устройствах из рам и ремней. Mission Master Cargo. Также может работать в качестве санитарного транспорта. Для эвакуации лежачих раненых используются пары носилок на продольных корзинах на крыше. Безопасность раненого обеспечивается привязными ремнями и удерживающими устройствами. Машина-разведчик. РТК типа. Mission Master UTVS Предназначен для наблюдения и разведки. В этом случае на шасси монтируется более крупная надстройка и телескопическая мачта. На последнее размещается блок оптика электронного оборудования. UGVS может выходить на необходимую позицию и выполнять наблюдение, поднимая оптику на требуемую высоту. Разведывательная машина UGVS с поднятой мачтой. Оператор UGVS ведет наблюдение в реальном времени и благодаря этому подразделение сразу получает актуальную информацию об обстановке. При этом разведка не приводит к рискам для личного состава. Бойцы могут оставаться в безопасном месте, пока РТК действует в опасной зоне. Боевые версии первым из боевых вариантов появился РТК UGVP. Эта машина обозначена как средство огневой поддержки подразделения и имеет соответствующее оснащение. В этой версии шасси получает дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметным и гранатометным вооружением. Также показанный прототип дополнялся задним кожухом для оборудования и дугами безопасности. Основной задачей UGVP является непосредственная огневая поддержка подразделения или самостоятельная работа на удаление от оператора. Также предлагалось использовать такую технику для патрулирования, штурма и так далее. Предложенный комплект вооружений позволяет эффективно бороться с живой силой, легкобронированной техникой и неукрепленными постройками. Mission Master UGVP с пулеметно-гранатометным вооружением. Весной этого года Показала новую боевую версию. Mission Master. Эта модификация РТК комплектуется пусковой установкой для ракет. Использовано опорно-поворотное устройство, на котором установлены два пакета типа FZ-220 с семью направляющими на каждом и блок оптико-электронной аппаратуры для наведения. По сути, речь идет о создании роботизированной реактивной системы залпового огня малой дальности. Такой вариант Mission Master может использовать неуправляемые и управляемые ракеты калибра 70 мм. Его предлагается применять для нанесения точечных или площадных ударов по объектам противника. В зависимости от типа используемых ракет, РСЗО на базе Mission Master способны уничтожать живую силу, укрепление и различную технику. Системы управления позволяют стрелять одиночными и залпом. Отстрел всего боекомплекта занимает 1,6 сек. Техника на полигонах. С 2017 года различные опытные образцы семейства Metal Mission Master регулярно проходят различные испытания в условиях разных полигонов. Проверки осуществляются как в Германии, так и в других странах. Их помощью определяются сильные и слабые стороны новой техники и пути ее модернизации. Кроме того, отрабатывается взаимодействие РТК и живых бойцов. Новейший из вариантов комплекса легкая РЗО. Некоторые результаты таких мероприятий представляют интерес. Так, в сентябре прошлого года компания Metal. участвовала в соревнованиях РТК АРОБ 2018. Ее РТК Mission Master. с большим отрывом победил в категории мулов транспортных средств для сопровождения пехоты. Несколько дней назад компания-разработчик опубликовала новый видеоролик, показывавший работу комплекса в конфигурации РСЗО. Кадры с перемещением по пересеченной местности и стрельбой были сняты на полигоне Денела верберг в ЮАР. Следует ожидать, что в ближайшем будущем состоятся новые испытания. Ирин Металл обязательно покажет наиболее интересные их моменты. В ожидании заказа. Перспективный РТК. Mission впервые показали два года назад. Тогда специалистам и общественности показали универсальное шасси и несколько вариантов целевой нагрузки для него. К настоящему времени вся эта техника прошла испытания на разных полигонах, а кроме того, к ней присоединились новые образцы и нового назначения. Тем не менее, РТК Mission Master. пока не был запущен в серию. Эта система привлекает внимание и становится темой для обсуждений, но контракты на поставку готовых образцов пока отсутствуют. По всей видимости, потенциальные заказчики пока не готовы приобретать и ставить на вооружение подобный комплекс при всех его плюсах. Преимущества и положительные качества РТК, Mission Master и ему подобных очевидны. Такая техника в транспортной комплектации способна следовать за бойцами и перевозить их припасы, оружие или оборудование, упрощая прохождение маршрута и решение боевой задачи. РТК с системами наблюдения позволяет провести разведку с минимальными рисками, а боевая машина способна поддержать пехоту огнем или даже самостоятельно решить все огневые задачи. Однако такая техника имеет определенные минусы. Прежде всего, это высокая степень новизны, требующая длительной отработки с целью исключения возможных рисков. Кроме того, для работы РТК под управлением оператора требуется устойчивая радиосвязь, из-за чего серьезной угрозой становится средство радиоэлектронной борьбы противника. Поражение РТК огнем противника может привести к потере боезапаса и другого багажа либо к невозможности огневой поддержки в сложных условиях. Тем не менее, при решении всех вопросов технического характера и правильной организации применения РТК. Mission Master в любой конфигурации способен внести заметный вклад в решение тех или иных боевых задач. Это позволяет предполагать, что модульный комплекс от Metal. все же будет интересен заказчикам и сможет пойти в серию. Отсутствие контрактов на данный момент нельзя считать однозначной проблемой. В текущих условиях компания-разработчик получает возможность без спешки провести все опытно конструкторские работы и вывести на рынок полноценный и готовый продукт военного назначения. Кроме того, развитие идеи модульного РТК может получить развитие, и в будущем появятся новые варианты Mission Master. для иных миссий и операций. И будущий заказчик сможет получить робототехнический комплекс с более широкими возможностями.